Всем привет, дорогие мои! С вами Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн, и это пустышки Казахстана. На самом деле взяли мы с собой очень много, на месяц, всего-всего, но сейчас на данный момент пустышки только это, потому что остальное мы еще повезем с собой в Таджикистан. Там нам жить 13 дней, и потом еще поедем в Калининград, там нам жить еще неделю, и вот в Казахстане мы прожили, слушайте, недели две, наверное. Итак, очень много чего вот так вот по чуть-чуть осталось, но это мы забираем с собой в Таджикистан, поэтому пустышки Таджикистана тоже будут. Так, смотрите, ну понятно, да, девочки как девочки, прокладки получается, дневные 112,89 и ночные, очень, кстати, классные, и ночные 112,95, очень их люблю и прям обожаю. Дальше маска Salon Care с артикулом 82,12, очень классная, крутая маска, нравится мне, особенно в дни, когда ты много жжешь голову, это самое-самое то. Дальше израсходовала сыворотку активатор для лица 55+, артикул 0153, мне, конечно, 40 лет, но в таких вот поездках длинных, да, я всегда, ну тут прям вообще все уже совсем-совсем закончилось, да, практически. В таких вот длинных поездках, когда три пересадки, когда смена часового климата, я беру что-то более такое антивозрастное, потому что считаю, что кожа и D3 пью больше, и все пью больше, да. Очень понравился запах у этой штуки. Такой, знаете, прямо яркий, сильный, мощный, цветочный, прямо очень сильный. Ощущение, что пахнет орхидеей, да, то есть 30 мл, 0,153, ну вот где-то меньше, чем за 2 недели закончилось. Почему? Потому что я наносила и на зону декольте, и заходила на зону груди, вот верхнюю часть, да, то есть от лба до груди у меня получилось, и как бы не жалела этого средства. Дальше, Катюшкин шампунь, глубокое очищение и увлажнение, очень-очень понравился, артикул 12,73, тоже классный прям шампунь. У нее очень жирные волосы, и ей он действительно очень хорошо подходит. Запах облепихи можжевельника такой, знаете, не могу сказать, что мне нравится, но она и моется, говорит, классный. Дальше Виктория Антоновна растрепала мою пудру 65-33. Ну, сколько бы я ни расстраивалась, я уже заказала Райхоне новую. В Таджикистане есть Фаберлик, как вы понимаете, и туда я заказала, и отсниму, что еще заказала, что еще закончилось. Дальше, конечно же, в дороге мы пили омегу-3 Форте, обязательно в усиленных дозировках 157-79, 3 штуки, 3 раза в день. Почему? Потому что в поездках очень сильно падает иммунитет, по той простой причине, что не только смена циркадных ритмов и так далее, но еще и обмен новыми вирусами и бактериями. Так, D3. По 4 штучки в день, 8000 международных единиц мы пили. Я, Катюша, няня, Вика, то есть все пили. Артикул 157-77. Дальше, значит, магний обязательно. Вот еще D3. Магний обязательно пили. Магний мы пересыпали из 3, сделали 2. Вот, поэтому тут 1,5 у нас получилось. Артикул 158-01. Пили по 3 штучки в день вместе с кардио. То есть клали в ладошку 3 магния, 2 кардио от Molecula Force. И все это вместе пили. Так, о БАДах я вам расскажу, какие я с собой взяла чуть позже, потому что БАДы это очень важно в нашей жизни. Дальше, значит, дигидрокверцетин 157-90. Это тоже и противовирусные, и для сосудов, в общем, для всего, для сердца, для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Дальше, Феерик Эссенсуэль, это Катькина водичка, Катюшке моей 22 года, артикул 81-20, очень она ее любит. Это пудровый такой аромат, очень сладкий, нежный, пудровый, приятный аромат, в общем-то, да. Дальше, это мы с собой брали прям в поезд, и в поезде пользовались всей семьей и так далее. Очень суперская линейка, артикул 27-93, это нежный гель для очищения кожи и волос. Он подходит для всего, даже для интимной гигиены малыша, но вот мы прямо израсходовали, и чуть-чуть немножко осталось, где-то вот так. И мы еще унесли в номер, и в номере дорасходовали. Дальше крем-гель для душа, конечно же, 86-59.
Кстати, он очень классный, мицеллярный, без запаха, шикарный очень гель для душа. Запах есть, но очень-очень легкий. Дальше масочка. Скорее всего, это Катюшкина масочка получается. Да, свет тут не очень, да, как поняли. Ну, что поделаешь, номер есть номер. Артикул 1270. Мы с тобой еще порошок взяли. До этого вы, наверное, видели, но я уже его сняла, что я его брала. Так, салфетки для туалета, артикул 30-400. Они идут для взрослых с аллантоином, 40 листов, влажная туалетная бумага. Так, масок было сделано очень много, потому что, когда девочки хихикают в обед, бегают по отелю, у нас обед это минус 3 часа, да, то есть до 10 утра надо позавтракать, а это получается очень рано, то есть нужно быть красивым и собранным. Ну, в общем, когда в Казахстане 9 утра, у нас 8, 7, 6 утра, да, понимаете, вот этот вот перескок, конечно, на лице отразился мощно. Значит, 2070 обновляющую маску я делала, очищение делала на ночь, 2071. Дальше, очень понравилась кислородный экспресс-маска для лица, идеальный тон и увлажнение, 0,2-34, она пенящаяся. Если это тканевая, то это пенится очень хорошо. Очень огромное количество патчей, хорошо выравнивают. Тут, к сожалению, неудобные подушки, то есть они обычные и не из гречневой лузги, как я привыкла. И, конечно, с утра просыпаешься, все лицо мятое, просто мятое. Поэтому вот эта укрепляющая маска патч, это с утра тоничек и сверху патчи. И так каждое утро, патчей было много, но у меня так получилось, что я забывала их сюда в ящичек сложить и кое-что выкинули. Вот, из этого мало. Так-то у меня их, наверное, штук 10 точно было пустых баночек. Вот, еще у меня есть патчи с собой от Айсеул. Вот, ими тоже пользовалась. Далее, маска алоэ безмятежность 0,463. Антивозрастная маска молодость 0,072. Опять-таки, питательная маска для всех типов волос 82,12. Мне эта маска, знаете, чем понравилась? Тем, что она идет с комплексом натуральных масел, органы, авокадо, апельсинского масла, с аргинином. То есть она действительно глубоко воздействует на структуру волос, и у нее очень такой яркий, мощный аромат, она не течет, она очень хорошо работает, поэтому я практически только этой маской пользовалась. Далее гель для душа Бора Бора от Беси 24-32, очень мне понравился, поэтому я с превеликим удовольствием его рекомендую и вам, просто очень классный. Дальше кислородный бальзам. Сейчас ставлю ставку, что я с ним только не делаю, это просто обалденная штука. Недавно мне отписались в комментариях, что от укуса комаров не помогает. Он помогает заживлять. Он помогает заживлять. Вот, значит, артикул 5806. Это кислородный бальзам с максимальным содержанием кислородного комплекса. Универсальное средство для поддержания красоты и комфорта кожи. Вот, удерживает влагу 72 часа. Дальше, таких вот два шприца. Один у меня забрали. Это сыворотка для лица Age Power с гиалуроновой кислотой. То есть я ее наношу на лицо, и где-то минут за 15 оно разглаживается, но самое длительное действие происходит в течение 6 часов. То есть за 6 часов оно разглаживается лучше. То есть с утра мицеллярка. Это у меня еще не закончилось. То есть с утра сначала мицеллярка, потом очищающее молочко, а потом тоник. И потом пошли кремы, маски и так далее. То есть вот это вот трио я всегда беру с собой. Кстати, мицеллярки вот за 2 недели вот сколько ушло, потому что очень много я снимала косметики, да, видите, чуть меньше половины. Вот, тоник тоже уже на дне остался. И очищающее молочко 0,971 тоже, но оно практически полное. Я его, слава богу, вот так его можно ставить. И вот таким вот образом у меня стоит все в моей ванной. Забыла показать патч BSC. Очень, кстати, классные патчи. С артикулом 14-13, вот на них аннотация. Мне нравится, что и верхние, и нижние века они отрабатывают их. Я израсходовала где-то штучки, может быть, 4-5. Да, вот наш вид. Это озеро Щучье в Казахстане. Такая вот красота. Везде там гуляли, кайфовали. Но сейчас уже все, пора. Красный вид из окна, не находите? Просто очень-очень красиво. Но сейчас я вам еще хочу рассказать несколько лайфхаков для здоровья БАДы, чтобы чувствовать себя в поездке хорошо.
чтобы ничего не нацеплять в поездке, так как мы едим из посуды общей, да, пусть ее там и моют и так далее, мы на ночь, запивая 2 стаканами воды, ну, примерно за час до сна, пьем антипаразит, и Либероверм тоже антипаразит, Молекула Форс и компания Faberlic. Значит, антипаразит артикул 157-63, это очень важно, мы весь месяц это будем пить, пьет и моя старшая дочь, и вот этот вот антипаразит артикул 156-97. То есть вот 2 таких средства. С них мы обязательно начинаем. Те, кто ни разу не пил антипаразит, огромная просьба пропить первый раз дома это все дело. И пить очень много воды. Могут быть высыпания, какие-то последствия, головокружение. Потому что неизвестно, какое количество патогенной микрофлоры живет в нашем организме. Это могут быть гельминты, микроорганизмы, грибки, плесень и так далее. Поэтому, конечно, тут надо быть внимательным очень. Второй момент, чтобы себя хорошо чувствовать, мы выпиваем по 3 таблетки магния хелат в день, желательно отдельно от всех приемов пищи, артикул 158.01, например, через час после еды. Идеально. Не нужно сдавать анализы, чтобы узнать, нужен ли вам магний в организме. Ничего не нужно, его нужно пить на постоянной основе, без перерывов. И также кардиосуппорт. Это потому, что у нас смены циркадные, биоритмы страдают, все страдают, перелеты ночные, дневные. Плюс сейчас мы находимся в Казахстане, это плюс 3 часа по России, поэтому обязательно 156-84. Выпиваем также через час после еды, то есть 3 этого, 2 этого и выпиваем вместе с мужем вдвоем. Так, заказали йод какой-то другой компании, нам посоветовала врач. Не знаю точно эту компанию, честно вам скажу. Потому что, ну, йод тоже очень нужен, очень необходим. Так, далее, после еды, один раз в день, мы пьем витамин D3 2000 международных единиц по 8000. То есть по 4 штучки в день мы выпиваем. Одну упаковку мы уже выпили. Артикул 157-77. Оказывается, если витамина D в организме не хватает, организм начинает набирать лишний вес. Что бы вы ни делали, каким бы спортом ни занимались и так далее, в первую очередь нужно посмотреть, чего не хватает в организме. А витамин D 4 штучки в день после завтрака, обязательно после завтрака, нужно обязательно принимать. Но этого может быть мало, смотря какое содержание у вас витамина D в организме. Дальше, значит, омега-3 форте. Это тоже обязательно. Это мозги, это волосы, это кожа, это молодость организма и молодость сердечно-сосудистой системы. Артикул 157-79. Пьем по 3 штуки 2 раза в день после еды. То есть после завтрака, после обеда обычно пьем. То есть получается, ну если взять еще дигидрокверцетин, мы уже выпили одну упаковку, мы пьем по 2 штуки в день его. Значит, у него идет артикул 157-90, это тоже витамин А, Е и С, это дигидрокверцетин, это ланолиновая кислота, вот, линолевая кислота, да, то есть это тоже очень-очень важно. Если вы себя плохо чувствуете, вот это все без назначения врача можно пить легко, то есть не проверяясь на анализы. Этого, значит, 4 штуки в день, можно пить до 6 штук в день. Моя дочка, 9-леточка, пьет по 6 штук в день. Мы пьем тоже по 6 штук в день, как поддерживающая дозировка. Но, как мой врач говорит, если заболели, витамина D3 можно по 5 штук 2 раза в день. 3 дня можно попринимать, потому что он очень хорошее противовоспалительное средство, мощное противовирусное средство. И обычно организм резко роняет уровень витамина D3 в организме, если человек там простыл, заболел. В общем, D3 ему надо больше. Вот. И омега-3 форте мы можем пить по 5 штук 3 раза в день, когда, например, кто-то простыл, заболел, зачихал. То есть вчера вечером я промокла сильно очень под дождем, очень сильно промокла, прямо вообще просто началась гроза. Ливень был сильнейший. Я выпила, пришла омеги-3 5 штук на ночь. И сегодня после завтрака я выпила D3 тоже 5 штук. И после обеда тоже 5 штук. Вот. Пока без симптомов, но на всякий случай. Так, дигидрокверцетин. То есть после завтрака с утра я кладу в одну ладошку, вот прямо в одну ладошку, я кладу, получается, 4 штуки D3, 3 штуки омега-3, и 2 штуки дигидрокверцетин. И все это принимаю. Прямо разом запивая стаканом воды. Да, в течение часа после еды можно это выпить. Но желательно сразу. Так, дальше.
Обязательно капельки для глаз, у меня минус 5. Это биорегулятор, очень хороший, Signum 31, 158-60. Их в глаза капать нельзя. Их нужно именно смазывать веко вокруг глаза. То есть смазываю, когда не накрашено. Вот, следующий момент. Во-первых, идет иммуномодулятор Forte. Значит, что он содержит? В дороге каждое утро за 40 минут до еды на голодный желудок я пью это. Очень хороший состав. Врач прямо очень сильно похвалила. Значит, тут есть небольшая доза как раз-таки дигидрокверцетина. Вот, куркумина, макро- и микроэлементов. Поэтому, да, то есть тут также есть железо, витамин С и витамин D. Артикул 156-79. Это получается иммуномодулятор систем Forte, то есть усиленные. И также второй момент. Также 4 штучки, да, с утра. То есть иммуномодулятор 2 штучки кладу и иммуностимулятор 2 штучки кладу в ладошку. А, внимание, капаю 10 капель пихтовиты. И все это запиваю с 10 каплями пихтовиты. Значит, это чистейший водный экстракт хвои пихты сибирской. Да, вы сейчас скажете, что он очень дорого стоит, но я прям с превеликим удовольствием в каждой поездке его пью. И тьфу-тьфу-тьфу, со здоровьем всегда все хорошо. Артикул 157-35. Вот вы представьте, да, то есть мы ездили в Москву, потом в Питер, потом 3 дня дома. Потом уехали в Казахстан, сейчас едем в Таджикистан. Из Таджикистана на спа-курорт Балтийского побережья, который мы выиграли, потом мы едем домой. Поэтому мой 9-летний ребенок, мой 22-летний ребенок, я сама воспитатель моей дочери. И, конечно же, любимый муж, все принимают пихтовиту каждый день. Мы ее с собой взяли 6 штук, потому что тут 30 порций, нас будет чуть-чуть больше, нас не будет дома, чем 30 дней, то есть мы уехали больше, чем на месяц, и вот это вот 157-35 каждый день мы пропиваем, но если там 3-4 дня не попьем, я думаю, ничего страшного в этом нету. Значит, вот такая вот красота у комплексного, значит, получается иммуностимулятора, артикул 156-78, забыла сказать. В общем, такая вот аллея, да, такая вот аллея, и мне лично это очень важно. Сейчас поделюсь очень рабочим лайфхаком. Обратите на него внимание. Это очень серьезно, это классно, помогает от всего. Так, смотрите, значит, что я с собой взяла. Вот такие вот средства. Во-первых, вот это очень хорошо помогает от раздражения. Вот это трио. Вот это трио очень хорошо помогает от боли в спине, от синяков, от сильнейших ушибов, от отеков. Допустим, там стукнулись, да, и, допустим, ребенок стукнулся, и коленка отекло сильно, синяк, больно и так далее. Так, давайте начнем с первой партии, да, то есть, во-первых, это биорегулятор. Я взяла с собой несколько штук. Артикул 158-15, биорегулятор универсальный на основе сигнальных пептидов, Signum One, то есть такой вот бальзамчик классный, видите, хорошенький такой. Он бывает светлее, бывает ярче, вот в этот раз нам ярче попался. Дальше, значит, малофтилин с артикулом 709-12, да, то есть вот тут есть способ применения, активные компоненты, можете поставить на паузу, почитать. Очень крутая штука, заживляет любой прыщик, любую ранку, царапинку и так далее. И кислородный бальзам. Это наш Нуафтемо 2 с тумерином. Получается, так, артикул 5806. Это кислородный бальзам с максимальным содержанием кислородного комплекса. Удерживает влагу 72 часа и так далее. Это может быть как основа под крем. То есть крем будет работать лучше, да, то есть это вещь вообще шикарная. И плюс ко всему, это может быть просто как самостоятельное средство от раздражения, так как тут содержится наш Нуафтемо 2 в огромных дозировках. И плюс как улучшение действия любых кремов, вот таких вот, например, да, проводников. Смотрите, да, то есть вот эту смесь мы с вами вот так вот делаем, смешиваем и наносим куда угодно. После бритья, даже на интимную зону, очень хорошо подходит. Также можно на лицо, если есть какие-то прыщики, раздражения. С первого раза не помогает. После бритья помог обалденно. А с первого раза, если прыщики глубокие, болючие, сильные, то не очень-то поможет эта смесь. То есть, если хотите помолодеть, в течение 2 месяцев эту смесь надо утром и вечером на очищенную кожу лица наносить. То есть, вот такая вот супер смесь. Второй вариант — от боли в спине, в коленях, у кого чего, да, то есть суставы и так далее. Сам Signum One очень работает хорошо. Артикул уже называла. Также универсальный крем с аргинином, да, то есть таким же образом мы с вами берем универсальный крем с аргинином 12,79.
немножко, его нужно немножко, смазываем спину, и слегка согревающий, значит, да, немножко охлаждает, это согревает, в итоге получается поровну, да, 12,80, вот на него аннотация, можете поставить на паузу, да, почитать, то есть и его немножко. И вот эта смесь обалденно на спину, помогает с первого раза незначительно, со второго, с третьего вообще, лично у меня все проходит идеально. Пользуйтесь, не благодарите. Пусть все будут здоровы, жизнерадостны, чтобы кожа была ровная и спина по швам не трещала. Всем здоровья!